Итак, второй файл фуламода. Мы в лифте, четвертый. Давайте нажмем. Ой, такие двери страшные. Четвертый мужской, третий мужской, детский. Вам по-русски написали, даже молодцы. Очень классный магазин, ребят, я вам очень всем советую. Я думаю, что обязательно, если у вас размеры стандартные, обязательно вы что-то прикупите, а также оденете здесь детей своих. Проходим. Уже 30 эти футболки. Пистолет. Восьмидесяти до 107. Джинсы по 70 лир. Классные футболочки, разные, стильные всякие, по 30 лир. Красивые. Выбор большой. Что зонтик еще, я зонтик потерял. Зашел в Айкики, там не нашел зонтика. Сюда зашел. Заодно обзорчик, конечно. По 30 лир в среднем футболке.
по 50 лир. Такие вот штаны по 70 в среднем, джинсы. Футболок просто офигенный выбор, просто офигенный. По тридцаточке стильные, красивые, разные. Очень классный выбор. Шикарные футболки просто. Слез размера стандартные. 50. Так что, друзья, не спешите на рынке. На рынках вам за вот такие вот футболки будут 60 просить у вас, особенно летом. Так, только плохо, что нету ничего на меня. Как всегда. Офигенные футболочки. Суперские просто. Блин, я хочу футболку. Почему нет, а? Хотя бы 3x найти, я по мирам бы рискнул. Я, конечно, знаю, где могу по 20 купить, но там нету таких вот такого большого ассортимента. Смотрите, 39. Просто классный выбор здесь, друзья. 59 рубашечка. 39. Все на стандартные размеры. Просто бомбические футболки здесь. Я люблю такие разные всякие, ну, которых нету как бы на рынках. Тут именно такие всякие прикольные. 28. Офигенные просто футболочки всякие здесь, мальчики. Класс. Офигеть просто. Класс. Вообще стильные какие, смотрите, вставочки есть железные. И напыление сверху, буквы, чё тут. Нету только моего размера. Блин. Это вот издевательство, ходить, смотреть на все это по нормальным ценам. И знать, что на меня ничего нету. Капец. 15 лир, смотрите. 15 лир, ё-моё. Да. Друзья, классный магазин. Так, наверху, по-моему, там уже ничего нет. Идем вниз тогда. Спасибо, что меня не выключаете, ребята, с фуломода. Но это в ваших интересах. Люди к вам придут, это реклама. Так, 47, конечно, я даже не пытаюсь здесь увидеть, но мало ли. 44 вижу, кстати. 44 вижу. Это уже прорез.